Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. Мы участвуем в гоночке, которая в очередной раз покажет, кто из нас действительно прирожденный гонщик от бога, а кто я. Ого! Ого! Это что за старт был? Короче говоря, это какая-то пользовательская гонка, поэтому, я думаю, будет весело. Пользуйтесь гонки, они, как правило, неважно, они, как правило, очень упоротые. Допустим, что вот здесь делают эти контейнеры? Ну, они, типа, я, кстати, тоже свою гонку создавал, и Артур прокатывался на ней, когда у него... Гонка Джека выглядит как? Это, короче, тупо такое нагромождение, которое, если увидишь один раз, не забудешь никогда. Ехать там... Получается, только у Джека Шепарда. Загуглите в гонках, UT-мафия называется она, вы ее найдете по-любому и попробуйте на ней проехать. Да мы ее, может, даже как-то покажем. Чтобы... Может, даже, да. Но я тебе предлагал, ты такой, нет. Слишком страшно просто. Короче говоря, ты же включил транспорт. Где? Где встречка? Машины должны быть, я их не выключал. Ты что-то сломал. Ты опять что-то сломал. Я прыжок. Я, пожалуй, так. Левчик. Луча на повороте сейчас такой повернулся на бок точно. Хорошая у тебя машина. Да, у меня машина. Я же еще как крутой парень, когда тебя обгонял на старте, я же типа как кабриолет сделал, крышу убрал. А, ну да, ты так хотел, я думал. О, человек прошел такой. Реальный город, как будто после... Слушай, а почему не... Серьезно, я, по-моему, не выключал машину. Чё ты делаешь, а? Я вообще ничего не делал. Вот сейчас ничего не было. Ты ничего застать, эй. А ты можешь? Ты же не можешь. Чё ты врёшь-то мне? Пока. Автобусы. О, Фельдсер так плохо носит, оказывается. Меня... Я первый раз на этой машине, по-моему, в гонке участвую. Знаешь, прокачанные тормоза. Она офигенная. Я эта машина. Ну, как бы да. Не, Фельдсер реально офигенная, я думал, она хуже. Круто. А ты знаешь, что эта трасса 9 километров длиной, поэтому мы закончим завтра. Да нормально все будет, Джеки. Мы гоним очень быстро. Ты мог бы остановиться? Нет, в прошлый раз это привело к тому, что ты победил. Прошлые два раза, я бы сказал. Ох, как я вошел. Ох, как я не по той развилке пошел. Ага. Не на ту дорогу выехал. Отлично. Просто. Кто же победитель в гоночке? Это, конечно, я, Джеки. Знаешь, что такая крутая... Хочешь, я тебе скажу, что я делал два раза, а ты не делал ни разу. Что? Останавливался. О, тут мужик. Джеки, остановись. А, давай, я остановлюсь. Нет, не надо останавливаться, я пошутил. Ну ладно. Че, Джек, как дела? Я хотел крышу в машину поднять, но она чуть не поднялась. Но я серьезно секунду три стоял. Ну ты круто. Поэтому ты меня нагоняешь, да? Угу. Поэтому, я тебя нагоняю, потому что мой драйвинг скилл... Будьте всегда, как бы, ну, помогайте им, чтобы они не чувствовали себя лузерами совсем уж такими. Джек, сейчас... Как я, как Артур. Сейчас я просто принесу биту и начну бить, понял? Окей. Хорошо. Okay. Я достану власть и вдолбу твои биты. Там, кстати, был крутой поворот налево. Да, это был мега дрифт такой. Мега хит от Русабит. Автобус! Здесь что-то автобус нельзя много? В редакторе карт садить людей в автобус для большего экстрима. Знаешь, только проезжаешь мимо них в дрифте, и они такие. Вообще понял, это такой стопудовый мотошторм апокалипсис. Машин на дороге нет. Какие-то автобусы стоят. Мы приехали к пирсу. Мы же с тобой хотели ночной пирс показать. Он же теперь работает. Там же теперь огонечки. Ну, давай, сейчас не будем пока делать. Да, ты Макса обогнал. Да, было смешно. Вот такой. Ну, короче, я... Что я могу сказать? Я победитель. Победитель. 2 из 2. Я зато сбил людей. Факин фак. Хорошая машина. Мне моя понравилась тоже. Только не едет. Ну как, она едет? Ну она едет, но она не едет, но она едет. Но не против тебя. Yes. Короче, встретимся у колеса обозрения. Чё ты пупыришь, говно? Оп. What the fuck? Очередь займешь, да, я так понимаю. Парень такой посмотрел на меня, ускорил шаг, смотри. Вязаные шапочки, новые появились, вязаные шапочки. Вязаные шапочки? Ты реально ходишь в вязаных шапочках? Панамы, ну панамы.
хорошо. Фетровая шляпа. Да-да. Слушай, а тут, наверное, прикольно, можно как-нибудь на эту американскую горочку забраться, полазить по ней, нет? Наверное. Не смог. Хотя... Вау, что ты делаешь, мужчина? Совсем упоротый, что ли? Я не про тебя, Джек. Угу. Шлемы всякие. Эта женщина вообще дико паникует. Я не понимаю, почему. Я вообще ничего не сделал. С чего, главное, да? Сумасшедшая какая-то. Я сейчас буду очень высоко, походу. Здрасте. Да, эти очки очень кур, поэтому я ходил. Так-так-так-так-так. Бронежилет убрать, броню. Надо будет заехать в закусочную, накупить еды, и потом ограбить закусочную. Джек, где логика вообще? Тут логично, по-моему, все вполне. О, меня там полиция на пляже ищет. Вода! А моя машина не... Нет, это... нормально. Это пляж, Джек. Ты по горке бегаешь, это ты? Да. Чувак, я внизу. Да здесь копы. Я узнаю тебя по придурочному сигналу. Не по придурочному, а по супер шикарному. Я же снайперку могу достать. Слушай, а что это там такое? А что это такое? А черт, они меня видят. Ау, больно. Копы тут много. А можно я заминирую все машины, которые тут есть? Я сейчас, говорит, буду минировать все машины. Я буду все... Тут копы что-то хотят от тебя. А... Ну, блин, пришел я на праздник, хотел покататься на горочке. Fuck my life. Башкой лобовуху. Полет валькирии. Не, это было эпично. Пицца 2 доллара, нормально. Где? Где пицца 2 доллара? Окей. Я хочу пляжный джип себе, не хочу на нем ездить, сбивать отдыхающих. Ну, я покупал же багги. Нет, не такой. А, прям джип. Сейчас тебе я покажу эту машину. Полностью. Здесь вот тут еще должна быть... А, нет, тут нет этой машины. Окей. Ламар, какие-то задания опять. Билет в Элизиум? Мы делали. Я только фильм смотрел. А я не смотрел, по-моему, он отстойный, говорят. Ну, такое. Ну, только... Я в волейбол играю. Там Марс прикольный, все остальное, как бы. Там есть прикольные моменты. Два. Два. О, четыре трейлера игра. Срочно бросай все дела. Я уже давно наблюдаю за двумя. Чем? Кого? А трейлерами с оружием Cypress Flats. И вот на них напали. Я не знаю, кто. Но их было много. Трейлеры не должны попасть к ним в руки. Это мой груз. Дуй туда и разберись с ними. А трейлеры потом подгони ко мне на склад. Че, возьмемся попозже? Попозже, да. Сейчас я хочу... Блин, я не могу залезть здесь в другую машину. Здесь прыжок парашюта, я его не делал. Привет, пока. Прыжок с парашюта? Да ну его нафиг. Это скучно. Есть вот. А эта штука вообще работает? Какая штука? Ты про что? Я типа в вагончиках, которые американские горки. Почему нельзя доллар там, не знаю, заплатить и поехать? Мужик, давай поехали. Ну, это в сингле работает, как бе. В сингле? Да. Американские горки работают... Ты прошел игру... Да, я ее прошел, но... И колесо обозрения, и американские горки работают. Офигеть. Короче, ты там наверху, что ли? Чем не едем? Управляющий, заводи шарманку. Короче, смотри, это не так работает. Давай, вот так вот за мной. Ну, то есть пешим, ага. Именно ради этого мы платили деньги. А хотя нет, мы же ничего не платили. Так что нормально. Давай, типа, честь отдадим флагу американскому. Окей. Он того определенно заслуживает. Почему я властью целюсь в тебя? России. Американский флаг. Куда ты? Типа наумный, что ли? Теперь я представляю, как ты чувствуешь себя, когда власть. Оно как-то странно взрывается. Вот вам, американцы. Я сейчас такие американцы. Ага, террорист. Фак, Америка. Ты упал? Как ты умудрился упасть тут вообще? Ну здесь вообще реально для этого никаких нет предпосылок. Чувак. А ты сможешь меня на руки поймать, если я к тебе прыгну? Ну, вообще-то да. Давай. Где? А я тебя не вижу. Ну я над тобой. И у меня камера так высоко не поднимается. Ну, прыгай, я тебя поймаю. А, ну конечно, да. Вот, вот, вот. Ага, да. Чувак, лови меня. Тя-тя. Крутые мужики не смотрят на падающих друзей. Где ты был? В смысле, а ты упал уже, что ли? Я уже тут, типа того.
Это мне даже не показалось. Это забей. Паркур. Кто, мадафака? Здесь какая-то фигня была, я ее видел. Была какая-то фигня, лучше просто. Какая-то... А, понятно, это полицейский участок. Короче, я хочу найти здесь этот джип грузовой. Вот джип стоит. Не, береговой охраны, такой желтенький, прикольный. С серфинской доской. Пойду посмотрю на него. Где-то здесь он должен был. Смотри на меня, не спрашивай, чем я занимаюсь. Я даже знать не хочу. О, лайфгард. Лайфгард есть, а джипа нет. Что за жизнь? Дамы? Ух ты, смотри, какие сиськи. Ой, нет, ну на место инвалида нельзя лить бензин. А что, какой бензин? Никто ничего не говорил. Что ты там делаешь? Джеки. Что? Да, выбирай эту миссию. Какой там? Подожди. Что ты там, опять что-то поджигаешь, что ли? Не-не-не-не-не. Ладно, я пойду пока тёлочек там. Не знаю, пофотографирую. О, тёлочки, все, я пошел. Подожди. Выйди сюда, куколька. Вау, ёпт, там этот какой-то. Смотри, качок. Причем не на качалке. Почему давай, братуха, не бизон? Огненная стена. Давай, братуха, давай. Я загорелся. Да что ты тут делаешь вообще? Давай. Прикинь, я почему-то горю. Давай, молодца, давай. Давай. О, руки уже дрожат. Тут машины горят. Ну такой невозмутимый. Тут взрывы. Охренеть, откуда это было только что? Чувак, что-то странное происходит здесь. Взрывы? И копы едут ко мне. Короче, Джеки. Хватай какую-нибудь тачку и давай сюда, не страшно. Ну, что-то вообще непонятное происходит. Где что непонятное, ты о чем? Ты где вообще, типа, что ты там делаешь? Раз, два, три, и типа, раз, два. Угу. Что? Вообще не понимаю, что происходит. Я понял. Я тупо стою на месте. Я отдал честь, чувак, там такое происходило только что, я вообще не при делах. Вот... Не поверишь. Просто ничего не делай. Смотри. Смотри, там что. Я смотрю, да, я принимаю миссию, поэтому ты один. Ты один, теперь на тебя все повесят. Ну ладно. Блин, тут такая машина. Покупал себе мороженку. Питая сладкую вату. Покупал себе мороженку, вышел с аттракциона, все горит, все взрывается, копы на меня нападают. Че? Я тут вообще ни при чем. Короче, 4 трейлера, срочно бросай все дела. Я давно уже наблюдаю за 2 трейлерами с оружием Cypress Flats, и вот на них напали. Я не знаю, кто, но их было много. Трейлеры не должны попасть. Дуй туда и разберись с ними, а трейлеры потом подгони мне на склад. Я уже донул. Че? Ты приедешь, нет, ко мне? Я здесь под землей, в каком-то бункере. Я украл машину. Jesus Christ! Какой-то чувак крикнул. Как ты мог вообще украсть машину? Я не Jesus, я не Christ. Че? Во, вот это, по-моему. Whatever. Парень, стой, твоя машина. I need your car. Я тут правдивую ложь недавно пересмотрел. Крутой фильм. Крутой фильм, да. Все-таки. Слышь, что он делает? Ты упоротый, что ли? А, женщина за рулем, смотри. Вали нахрен. А, все, извини, мне твоя машина уже не нужна. Это не женщина, это мужик лысый. Да какая разница, я их путаю иногда. Ты мог перепутать лысого мужика с женщиной. Все, погнали, поставь сейчас. Че? Метку мне поставь. А, точно. Угу. Сейчас у нас все будет просто по-профессиональному. Все будет вообще. Угу. Мы едем в доки, вот это значит... вообще ничего не было. Да, все наступит сейчас, тут все прямо будет. Сейчас. Я, кстати, видел этот, как его, снежный Лос-Сантос. Как-то отстойно, мне вообще не понравилось.
Я тоже посмотрел, там какие-то, ну, такой типа снег такой не очень. Да какой-то вообще, то есть тупо текстуры поменяли, причем как-то вообще не ну, так. Ну, снежок там как бы шел, и типа снег хрустел, но... Я думал, там вообще прям какие-то сугробы, там все круто. Ну, конечно. Сейчас они тебе взяли сугробы и сделали. Ну, я еще удивлялся, там просто мне так расписывали все это дело. Ну, не знаю, знаешь, же, как люди все любят расписывать. Ну, просто еще кроме этого... Кстати, ты же как-то узнал способ попасть... на да, снежную локацию. Угу. Может, в следующей серии как-нибудь туда заглянем. Да, можно попробовать. Будем там по снегу рассекать. Все как то есть надо. В онлайновой нашей игре ничего не поменяется, но мы сможем еще на тот остров слетать. А что может поменяться в нашей онлайновой игре? Ну нет, в смысле, что может быть люди подумают, что типа в онлайне все работать не будет и все будет очень... Ну, кроме того острова, типа там ничего не будет. Но мы туда слетаем, и оттуда вернемся сюда, и дальше будем здесь. Конечно. Улетел какой чувак, клевый был слева на посту. Блин, твоя тачила мне реально нравится. Она клевая, да? Она почти в половину так же хороша, как моя. То есть вот, вышел. Дверь открыл, вышел. И я самое главное на ноги встал и упал, короче. Гудок лучше просто. Хоть одна миссия у нас, хоть одна серия будет в адеквате вообще. Да? Да. А теперь извинись перед машиной. Вы чего, говорит, совсем идиоты? Да. Зачем ругаешься? Начальник. Элевен. Элевен. Назовите, пожалуйста, какой вам нужен этаж. Там система распознавания языка. И поставили к ирландцам. У ирландцев там акцент такой. Элевен. Повторите, пожалуйста. Элевен. Повторите, пожалуйста. Давай, говорит, попробуем с английским акцентом. Элевен. 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 Потом такие уже «Freedom!» такие. Демокрасия. Демокрасия. О, это ж та миссия! Да, при том, что ты тупо заехал прямо на нее. А я знал, что ли, что это она? Я все миссии под кайфом принимаю. Окей. Я вообще не внимаю, что за миссии, просто такой типа «О, миссия». Демокрасия. Короче, давай мы типа ирландцы. Лемон! 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 Демокраси. Вау. Что-то мне больно делают, так сильно прям. Reload. По жизни вообще все довольно печально. Зуа. О, их трое. Ну да, сейчас я маленько восстановлюсь. А я только чуть колеса у трейлера не приступил. Окей. Ты понимаешь, что сейчас... Ты понимаешь, что в прошлый раз работало то, что мы очень быстро уехали? В прошлый раз работал. На моей машине зачем? Я себе проход просто делаю. Давай я быстрее, я уже трейлер угоняю. То есть ты хочешь сказать, что ты успеешь его угнать, да? Да. Знаешь почему? Потому что я крутой. Окей. На самом деле нужно хотя бы сначала первую волну убить. Ну ладно, давай попробуем потом. Убили почти первую волну. А, Джеки. Да, все нормально, я уезжаю. Меня скорее всего сейчас прикончат. Я тебя уже не прикончит, Джеки. Я уже почти мертв, лишь меня мой груз защищает. Все, я уехал от них. Крикни там что-нибудь, типа там говня? Говня! Хорош просто. Давай, Джеки, сейчас на мосту, главное, не этот, властью там не увлекайся особо сильно. Я помню, как я первый раз в грузовик случайно взорвал. Да. Джеки, они гонятся за мной и расстреливают меня. Джек. Дерьмово тебе там. Не, на самом деле норм. Я вообще еду, за мной никто не гонит. Потому что они все за мной. За мной гонишься ты. Я не знаю, чем меня это забавляет так. Они гонятся, Джек. Они гонятся. Пара был, играл, и реально 3 часа просто меня игра-то забавляла. Ну там есть чему забавлять, на самом деле. Я в чулане там сидел минут 30. Короче, я почти приехал. Да я прям за тобой еду, они прям за нами. Крутой. Тут главное въехать. Ну, это по-моему, такая, они отстали. Думаешь, они такие, да мы не поедем за тебя. Да они, говорит, кончены. Они кончены. Хорошо, приехали. Я приехал. Это была мега сложная миссия. Простецкая миссия просто какая-то. Ага, вообще мега проскил. Ах, господи. Ну, я вспоминаю, как мы тогда там старались по тактике, там заходили с трех сторон, все как надо. Зачищали все волны там.
Опять, наверное, кукурузник какой-нибудь, пердушник. Ты почти угадал. Сядьте в самолет, Рона. А нет, стоп. По-моему, мне надо в Пегасу звякнуть. Не хочу в самолет Рона. Я полечу на самолете Рона. А ты полетишь на этом своем. Но, Джеки, не молчи. Ну, мой самолет сзади где-то появился, вообще не тут. Отстой. Давай я сейчас довезу тебя до твоего самолета. А ты спрыгнешь с парашютом, и все у тебя будет хорошо. Не, а давайте, вот помнишь, я тогда пролетел под мостом, ты мне говорил, типа, да ты не пролетишь. Вот давайте же ты теперь должен прилететь под мостом. Ты же помнишь, где? Нет. Ну прямо летишь, и там будет мост, под ним пролететь, и потом на военную базу. Давай. Окей, хорошо. Джеки, что ты хочешь вообще? Я тебе на хвост свой самолет приземлял. Свой самолет, на твой самолет. Да, и после этого он как бы попался. Ну и что? Смотри, контейнер взрывоопасный. Нет, такой. Вывозит поезд. Говори мне, налево, направо мост. Мост вон там? Нет. Вон там же мост красивый, низкий такой. Нет, тут еще ниже. Там прямо в болотину надо влетать. Тот мост. Я понял, все, понял. У лягушки шкурку срежешь. Это типа челлендж для меня такой, да, устроил ты? Да. Окей. Ачивмент какой будет? Ты отдаешь мне свой дом? Нет, я не буду тебя убивать еще серии 10. Проверь. Это в принципе... Вон, вот не надо мне говорить. Вон мост, я увижу. Ага, давай. Под первым или под вторым? Или под обоим тебе? Вот который ближний к нам. Ага, чтобы мне посложнее было. Угу. Чтобы меньше времени было сориентироваться. Давай тут. Хорош! Все сейчас встали и начали аплодировать этому человеку. Он сделал. Да, господи, это было так сложно, я прям вспотел весь. Лучший просто. Хочешь, я вверх ногами пролечу? Нет, давай, вон база военная справа. Нет, там еще один мост. Окей. Чтобы окончательно тебя умыть. Хорошо. Это мост пониже. Давай. Сейчас появляется невидимый объект из воды. И все. Крутой, просто лучше. Конечно. Сейчас аплодисменты. Так, как бы нам приземлиться получше? Военную базу давай. Блин, ночь. Стой. Ночью все плохо видно. Ночью как бы, да, все клево. Спокойно. Тормозим. Спокойно. Тормозим, как умеем. Я упал с самосвала. Тормозил, чем попало. Меня, кстати, тогда помнишь, когда ты меня убил? Угу, да. Высотки здания, ты меня винтом разлепил. Люди говорят, как вы не заметили, что он его винтом разлепил? У меня вообще в 2 метрах было от самолета. Что нам нужно? Самолеты же взорвать, точно. У меня власти нет. У меня есть. Хорошо, значит, ты будешь взрывать. Я не подготовлен, что ли, буду? Почему нельзя передать? Я могу власть передать. Подожди. Треугольник, по-моему, да? Как-то ты скидывать ее можешь. Да, невозможно скинуть оружие. Почему? Может, что-то... Я скинул власть и гранат. Окей, все? Но у меня теперь вообще больше ничего нет. Типа их... Ну ладно, у меня есть вот этот подствольный гранат. Давай, бери свою власть, я гранатами буду кидаться. Вон власть лежит. Власть. Цвет, посмотри, говорю, на моем этом. Мило, да? Ну, после твоей рожицы, в принципе, это все, да, очень мило. Так, короче, я для начала предлагаю как-то занять укрытие, потому что они все-таки злые, это же солдатики. Ну, типа да. Вообще, когда 2 человека приезжают на собственном самолете на военную базу взрывать истребители, солдатам это может не понравиться. Ну, как правило, да, так бывает. Может, лишь. То есть я не уверен. Непонятно почему, правда, но... Вообще непонятно, что мы такого сделали. Ну, типа, ну, истребить. А ты снайперкой сможешь сейчас там их снять? Помнишь, они вон там в машине сидят? Может, ты лучше этим своим властеметом? Ну, давай, да. Короче, я бегу вот к этой антенне, они как мимо проезжают, и я их себе глушу просто. Хорошо, хорошо. А я тогда к тебе же подбегу, потому что мне сейчас надо будет взорвать истребитель. Они справа или слева приедут? Не хочешь, вон вот они прям за нее, ага. Ты прикроешь, ага. Справа или слева приедут? Я не знаю. Педики. Вот, собственно, и все. Да спокойно, там все мертвы. Ты самолет взрываешь.
типа, да. Так, все. Теперь они знают потом о нас. Теперь у меня больше нечем взрывать. Все на тебе, чувак. Все на тебе. А, нет, ты же мне власть отдал. Я уж хотел на тебя все скинуть. Так, там на самом деле уже кого-то видно. А, нет. Это глюки. А танки будут? А, танки, не знаю. Я могу на самолете взлететь, просто влупиться в один из самолетов. Лапиться. Нашим самолетом. И будет смешно. Ты или араб, нам потом еще ли? Надо будет улететь? 9-11. Барат? Не, не Барат, или кто он там был? Ну да, какой-то такой. Empire Street Building. Бум-бум. Бара-бум. 9-11. Так, я сейчас, кстати, ну, говоря, в хреновом месте бегу, поэтому лучше к тебе. Я вообще в новом месте. Ну, у тебя тут, по крайней мере, укрытие со всех сторон. Вообще со всех сторон. Я такой укрытый. I'm so covered. Ля-ля-ля-ля-ля. Ты... Господи. Я же стою. А я вспомнил, ты меня тогда со снайперки убил. Джеки. Там какой-то левый. Просто ты у меня перемещаешься постоянно. На карте отмечено в одном месте. Окей, да, это... Типа лаг. Угу. Так, я беру ангар, сейчас зачищаю. Истребитель тебе. Так, там два грузовика подъезжают, Джеки. Ну и чё? Ты их не боишься? На самом деле не очень, но... Чувак куда бежит. Сзади. Да, давай ты там крой тогда, я сейчас все сделаю. А, не сделаю. Мы на открытом месте. Плохо крыть тут. Короче, там из этого типа люди вышли. Джеки, отступай лучше назад. Да, их что-то как-то... Меня сзади валит, чувак. Твою мать. По-моему, что-то им не нравится. Вполне возможно, Джеки. Как думаешь, что? Даже не знаю. А может быть... Да не. Меня только что писом щита назвали. Ох ты, как они могли. Джеки, там их довольно много. Они просто орут как бешеные. Я что-то взрываю. А я взрываю стройку. Сзади к тебе подходят двое. А, я вижу. Да блин, ты разряжайся. Сзади готовы. Как это, Джек? Ты живой там? Я живой, но тут... Я что-то не подумал, что на меня полетит. Типа там волна должна была по физике его назад отнести. Так, там еще сейчас двумя разберусь и пойду взрывать последний. Чуваки, а вы знаете, кто из вас педики? Оба. Дикает. Мы же еды не купили. Сзади нас, кстати, бежит. Ага. Мне показалось, что за персонаж крикнул. Так, бери грузовик и будь готов меня подобрать. Сзади появились недоброжелатели. Я понял, да. Грузовик возьмешь? Я сейчас могу умереть просто. Мужик, грузовик? Вообще не вменяет ничего. Ничего не хочет. Да, грузовик. Был простым рабочим. Джеки сзади. Сейчас может прилететь спереди. За грузовик. Да, спереди, сзади, везде. Давай, ты ведешь, я с тобой. Поехали. К самолету? Да. Не, к ангару. Я сейчас взорву, я заминировал это. Какому ангару? А, ангару ангарному. Который я зачищал. Понял. А, точно, там же это. Каргобоб. Сейчас танки приедут, Джек. Там два человека, как минимум, внутри осталось. Я их не убил. Поэтому... Один минус. Поэтому у тебя сейчас будет укрытие. Второй минус. Вроде все. Ты крутой. Так, что, ты поведешь ли я? Давай. Сейчас. Танк. Ага. Ты сел? Улетаем! Не, тогда-то вообще было неожиданно, потому что раньше никогда танков не было. Тут он взял, да вылетел. Ой, заденем. Но это неизбежно, Джеки. Все, в горы уходи, танка вроде нет. Лузеры! Где ваши ПВО?
Сейчас ракета. Хотя на самом деле вон танк. Слева танк. Да ладно. Но они не поднимет. Знаешь, подзабили на нас. Ага. Чинят. Самолетик бедный всю миссию простоял. Приземлились, конечно, через жопу. Поперек полосы. Так мы умеем только. Внизу машинки катаются. Крут, крут. Ночью, конечно, город крутой. Жеки, все нормально. Все как надо. А под мостом... Не, не надо. Вкуснятина. Что вкуснятина? Тебе скажи. Ты что-то точишь, пока управляешь вертолет? Лучший просто пилот. Это как Шварценеггер сел в истребитель такой. Но ты же не летал лет 10. Нормально, говорит, если что, и зарплату вычтите. Да. Как там, ракетой. А, нам сюда, на взлетку. Я понял. Angel Man Secret. Короче говоря, серия. Мне 40 лет. Порта. Порта. Но в следующий, не знаю, может быть, а может быть и нет, мы попадем на новый остров. Весело, да. Ну а как бы там ни было, все это вы увидите, получается. Никогда. В субботу. Никак. Короче. Спасибо, что смотрели. Потому что, да, всем пока. Пока.